Следующая песня. Для нее нужно было, конечно, немножко подготовиться. Представьте себе, вот идете вы по улице, и перед вами идет арбуз. Вот. Понимающий человек нашелся. Наверное, видел арбуз. А вот мы про эту целую песню придумали. Ну, не мы, а мы ее исполнили. Watermelon Man называется. One, two, three.
Спасибо.